Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я сделаю обзор моих рисов на 28 октября. Вот так они выглядят 28 октября. Листики я все срезала, обработала против грибковых заболеваний, когда было еще потеплее немножко. Да, уже листики прихвачены морозом. Это вот мой иридарий. Каждое растение, листочки я обрезала и обработала. Также, что я еще, ребята, сделала? Я под каждое растение я вычистила, во-первых, то место, откуда растет ирис. Все вокруг вычистила, всю земельку. Убрала травинки, прополола все, чтобы у меня из зимы растение вышло уже чистенькое. И отсыпала, присыпала корневище, золу смешала с песком. И так вот присыпала корневище, чтобы оно было защищено у нас от морозов. Ну, во-первых, зола подходит как калийное удобрение, а песок нужен, чтобы земелька рыхлая была. Вот. Ирисам моим нравится все это. Конечно, они уже готовятся к зиме, хотят уже засыпать. Хотя листва останется вот так, не вся листва уйдет, и они в зиму уходят с листиками. Конечно, листики вот не в приглядном виде сейчас, но они полностью подготовлены к зиме. Тут даже вот маленький росточек. Они все равно живые, они продолжают расти, малыши. И даже листочки, которые я обрезала, вот видите, уже чуть-чуть тоже подросли. За что люблю это растение? За то, что оно похоже на орхидеи. Очень люблю комнатные орхидеи. А также ирисы люблю, бородатые, высокие. Ну вот, ребята, немножко вам рассказала о своих работах в иридарии, которые я сделала. Вам желаю всего хорошего, успехов. И подписывайтесь на мой канал, ставьте классы и лайки. Всего вам хорошего, до новых встреч!